Всем привет! Ижевск, Удмуртия. Олимпийская чемпионка из Удмуртии Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях со своим наставником Этери Тутберидзе. Об этом фигуристка сообщила после того, как провела мастер-класс для юных спортсменов из Ижевска. Дружественные и не то, что я боюсь. Без этого ощущения, что это тренер, а не друг. Все равно должно быть ощущение, что ты тренируешься с наставником, который тебя воспитывает. И ты большую часть времени с ним проводишь. И он как друг, как тренер и даже где-то как мама, рассказала журналистам Алина Загитова. В Ижевск спортсменка прибыла накануне. В понедельник фигуристка провела мастер-класс и встретилась с главой Удмуртии, который подарил олимпийской чемпионке 4-комнатную квартиру. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока-пока! С помощью, с поддержкой нашего предпринимателя Алексея Чуркина, ДС Групп, 4-комнатная квартира. Это вот твой вклад в семье и в сеть. Да, поэтому, да, тебе спасибо. С вашего позволения, можно я подарю? Ну, это же вы сами разберетесь, но я чувствую, что так и будет. Спасибо большое. Спасибо большое. Молодцы. Да, аккуратно, ребята.